Блин, капец, 34-й вопрос. Как изменилась бы жизнь, если бы вы не родились? Как изменился бы мир, если бы вы не родились? Да никак бы он не изменился. Кто я такая? А здесь маленькая блоха. Я не та бабочка, эффект которой крылья машут. Крылья бабочки махнуло, да, и там цунами случилось. Блин, ну фиг знает. Но если я не настолько это семи пядей во лбу, чтобы мечтать, чтобы даже предположить, что что-то могло бы поменяться, да ни хрена бы не поменялось. Ну, не узнали бы люди от меня совета, но в другом месте бы услышали его. Какие проблемы? Ничего бы не изменилось. Ну, вообще не знаю. Ну, ребенок бы родился бы у других родителей. У моих родителей родился бы другой ребенок. Назвали бы они его Алёша, а не Алёна. Мальчик, например. Ничего не поменялось. Я, конечно, Брэдбери, эффект бабочки. Брэдбери, не Брэдбери. Короче, эффект бабочки, я помню эту тему, но... Ну, если вас это умиляет, конечно, да. От присутствия каждого человека что-то прям меняется. Это опять же, пока ты сидишь вот в замкнутом пространстве, в своей комнате и мечтаешь. Когда смотришь вон за окном, люди в гаражах ковыряются, ничего не меняется, что я есть, что меня нет. Их жизнь, она как бы на месте не стоит и движется прекрасно и без тебя. Так что ничего бы не поменялось.